Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами немецким боксом, где можно абсолютно без вложений зарабатывать денежку. Зарабатывать будем здесь в долларах, а выводить в биткоин-сатошах. Ну, называется Оджо, как-то так. Ну, здесь почитайте. Посмотрите, сколько пользователей. Почти 34 миллиона. Имеет смысл здесь поработать, друзья. Есть группа ВКонтакте, на Facebook. Это все можно здесь прочесть. Регистрация здесь наипростейшая. Регистрация. Имя пользователя, пароль. Подтвердить пароль. Адрес электронной почты. Разгадываем капчу. И нажимаем регистрация. Так, и еще тут галочку поставить. На почту придет письмо. Нужно будет подтвердить электронный адрес. Я здесь зарегистрирована давно была. И я что-то его забросила, я не делилась как бы. И мне заблокировали аккаунт. Если мы не работаем, аккаунт заблокируют. Так что имейте это в виду. Я же войду. Вход по логину и паролю. Заходим. И нажимаем «Войти». Так, это нам не надо. Закрываем. Это наша домашняя страничка. И у меня на данный момент 7 центов. Это единицы. Как бы. И одна единица равна 1 доллару. Вот здесь я вот начала уже работать. Как бы тут уже сколько. Я работаю несколько дней. Дня 2-3, по-моему, начала я. Вернулась в этот букс. Потому что букс платит. И отзывы все как бы в основном хорошие. На чем мы здесь будем, друзья, зарабатывать? Вот здесь я вам покажу основные моменты. Сами погуляйте здесь по кабинету. И изучите сайт, если кого заинтересует. Я лишь даю вам информацию, а будете вы работать или нет, это уже как бы ваше право. Смотрите, вот бонус за просмотры. Кликаем на этот бонус за просмотры. И здесь у нас серфинг сайтов как бы на просмотре. Здесь видео. Оно 30 секунд, я уже не буду. Значит, как видео просматривать. Сейчас страничка загрузится. Вот здесь таймер. В левом верхнем углу 30 секунд. Кликаем, включаем видео. И пойдет отсчет таймера 30 секунд. Значит, так просматривается. Капчи никакой нет. Я же вам покажу. Так, это тоже видео. Вот это не видео. Вот этот сайт. Посмотрим. Закроем. И вот сейчас сайт загрузится. Вот видите, идет отсчет времени. Все довольно-таки быстро. Все, мне зачет, капчи нет никакой. Денежку мне засчитали. Вот таким вот образом мы будем просматривать. И вот он таким серым стал. Значит, вот здесь, где наш логин, можно кликнуть и возвратиться обратно как бы на свою домашнюю страничку. Теперь давайте посмотрим, расскажу вам немножечко. Так. По шапке. Вот, значит, в настройках, друзья, обязательно как бы заполнить данные, настройки аккаунта. Это все здесь прописать, биткоин-адрес прописать. Ну и все такое как бы. Так, опять возвращаюсь. Так, настройки профиля. Здесь я ничего не делала. Главное, чтобы нам был функционал, вот настройки аккаунта.
Здесь публичные настройки пароля. Это все тут покликаете. Посмотрите. Значит, вкладочка «Рефералы». Так, здесь у меня пусто все. Я никого не приглашала. Статистика, инструменты. Так, арендованные рефералы. Инструменты для привлечения. Значит, смотрите, здесь партнерская ссылочка. И баннеры всевозможные. Более чем достаточно. Так, далее что? История, выплата средств. Значит, всего у вас кликов 56. Для выплаты вам необходимо как минимум 100 кликов. И минимальный вывод отсюда 2 доллара, друзья. Как я уже сказала, мы зарабатываем в долларах, а вывод будет в биткоин-сатошах. Далее что? Здесь я буду делать... Я пока ничего не вкладывала, но я собираюсь сделать апгрейд. Вот здесь на домашней страничке можно вот апгрейд. И хотя бы самый дешевенький сделать апгрейд. Почему? Потому что первый вывод от 2 долларов, последующие выводы пойдут вот, вот этот 2 единицы на месяц. Как бы можно сделать. Можно с аккаунта заработать 2 доллара, оплатить, а можно пополнить. Пополнять тоже в биткоин-сатошиках. Так, сейчас я закрою. Так, вот стандарт. Здесь все это почитаете. Как бы статистика такая вот идет. И вот здесь статус аккаунт опции. Вот это вот самый дешевый. За 2 доллара. За сколько там? 17-18 тысяч биткоин-сатошиков вроде. Вот. Ну, почитайте. Значит, вот этот так. И что у нас? Оплатить. Вот. Вот этот 2 единицы. Оплатить. Вы должны выбрать способ оплаты. Назад. Так, где у нас здесь способ оплаты? Вот это вот. Надо тоже добавить средства. Вот. Биткоин, Ethereum и заработанных средств можно. Если, ну, мне пока не с чего. И вполне возможно, что я или с биткоина, или из заработанных средств пополню. Кликаем дальше, например, да. Здесь, значит, текущий мой баланс, сколько я заработала. Вы должны унести не менее 2 единиц. Это у них здесь как бы идет баланс в единицах. 1 единица, 1 доллар. 2 единицы. Читаем внимательно все. И нельзя вносить более чем 1500 единиц. Ну, 2, например, да, как бы. 2 доллара, 2 единицы. Дальше. И здесь как бы нам внесите средства для Porsche за баланс через биткоин. И вот здесь адрес вот этот нужно перечислить. Как бы если делать апгрейд, то нужно сюда денежку как бы перечислить. Понимаем, да? С биткоин кошелька. Значит, и что я еще хотела вам сказать. На бесплатной основе первый вывод от 2 долларов, а потом там идет уже больше. А если сделать апгрейд, то будет стабильно выплата минималка 2 доллара. Вот почему я и хочу сделать этот апгрейд. Чтоб мне... Пока что еще можно, да, как бы первый вывод 2 доллара, а в дальнейшем уже
Вот. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. Каждому свое. Возможно, вам не подойдет, возможно, вам не понравится. Также есть у них ВКонтакт. Группа. Естественно, можно. Я вот подписалась, зашла. Здесь у них. Вот. Ну, такие основные моменты я вам показала. Хотим работаем, хотим не работаем. Ваше дело. Будет какая информация, результаты какие. Запишу, конечно, видео. Всем удачи, до новых встреч.